Всем привет! Продолжаем больше проходить. Так, запустим этот желтый треугольник. Так уже я ее не первый раз тут беру. Привет, Уги Бастия, кстати, да. Двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят пять смертей. Кстати, да, Уги Бастия, поздравляю тебя с прохождением второго мира на Aegon Get Rapid Mod. Ну, с Рю там, прохождением с Рю на рейпе особо не поздравляю, потому что он особо сложности-то не представляет. Но все равно тоже норм. Что-то руки еще не разогрелись, прям чувствую. Какое-то топорное управление. Пока что не чувствую управления, но сейчас надо разогреться. Но однако до этой фазы дожил, уже нормально. Ну зачем? Это же, блин, ладно. Пофигу. Ярость помогает, согласен, но к Марио не пойду, у меня он уже не вызывает ярости, не знаю, к сожалению или к счастью. Уже Марио, это все. Сдулся для меня. Спам вообще не могу, но он, в принципе, не нужен. Надежда на Солгрина, тогда надо поумирать на первых фазах, и тогда разогрев пойдет. Но не специально, разумеется, от специального слива не будет разогрева. Надо именно, чтобы я не хотел слиться, но сливался, вот тогда будет разогрев. За 6 смертей. Блин, ну почти. Половину где-то размикрил. Я пока что на той второй фазе вообще не ориентируюсь на то, чтобы они именно в него летели. Я пока просто выжить пытаюсь. Потому что я еще не понял, насколько критично там, что нужно, чтобы они прям в него попадали.
Вот всегда бы так. Затраливает меня почему-то последней фазой, я местами. Блин, ну, надо было маленький прыжочек делать. Да, я прочитал твое сообщение. Да, я обратил внимание, что они вначале светлеют перед тем, как лететь, но это мне пока только частично помогает. То есть все равно не успеваю. А это я почти сразу понял, что они вначале светлеют, потом летят. Да блин. Да я говорю, я пока вообще не стараюсь особо наводить. Потому что и так-то выжить сложно. Ну самый по себе так как-то там наводится случайно, просто потому что я там прыгаю. Блин, что-то затупил. Еще 10 смертей. Ну пока нормально, 6-10. Блин, ну как это размикривать? Надо было, наверное, на левой стороне платформы стоять и двигаться как-то потихоньку. Ты про что? А. Так я же маленькие прыжки не умею.
Сложно научиться, видно, у меня моторика не, ну, как бы немножко не, не знаю, не так, не в эту сторону адаптирована. Не знаю, как это правильно сказать-то. Ну, короче, сложно мне такие маленькие делать. Именно когда, особенно вот в таких ситуациях, когда это нужно резко делать. То есть, когда на пятом уровне, там, где Варио бежит, да, я там просто переставляю палец левой руки. То есть, как бы, одна рука жмет направо, а вторая делает прыжочек. Тогда могу, в принципе. Ну, получается вполне там довольно быстро, да, с нескольких попыток. А чтобы одной рукой сжать, давить на кнопку со всей силы и чуть-чуть нажать прыжочек там маленький, вот это вот не получается. Чё за лаг? Да что такое? Блин. Да как? У нас сегодня должны отопление включить, наконец-то. Блин, а то уже что-то холодно становится по ночам особенно. А еще я заказал себе веб-камеру все-таки. Только, блин, косяк. У нас, короче, есть магазин, CityLink называется. Ну, интернет-магазин, да. Он крупная там сеть, все такое, в Москве. Ну, а я-то не в Москве, да, я в Подмосковье. И у нас есть в городе точка выдачи. Ну, типа, заказываешь, да, и ставишь там, типа, самовывоз, и вот, из города Пушкина, это где я, да. И, как бы, они там какую-то дату определенную привозят, и... Ну, там за доставку всего 90 рублей. То есть приходишь в эту точку выдачи и получаешь. Так вот, блин, я затупил, короче, когда заказ сделал. Кнопку самовывоз нажал, а пункт забыл указать. Придется теперь идти в точку выдачи по умолчанию в Москву. А в Логибосте, может быть, засорилась труба. Это, может, воздушные пробки там и прочее. Вот, так что за вебкой и там еще за кое-какими товарами, которые я в кучу заказал там, придется в Москву теперь переть. В пятницу. Ну ладно.
да. Не, ну как бы вебка для многого нужна, не только же для стримов. Просто иногда бывает по видео разговариваю. Ну, короче, полезная вещь. Конечно, не первой необходимости, но почему бы нет. Пока могу себе позволить, можно купить. А еще вчера Microsoft представила Technical Preview версию Windows 10. Наверняка уже многие слышали, кто-то, может быть, смотрел, поставил. Я пока на виртуалку поставил себе, потыкал. Ну, конечно, классная идея, хорошая. Мне нравится то, что в оконном режиме теперь можно WinRT-шные приложения на компе запускать. Правда, мне было так неловко из-за того, что пуск опять, ну, такой вот, типа как на семерке, только с плитками. То есть я уже настолько привык к полноэкранному вот этому пуску, что мне просто уже непривычно. Не скажу, что неудобно, но реально ощущение, как будто бы чего-то не хватает. Вот, а также, ну я вообще такой как бы по жизни экспериментатор, поэтому я решил на планшет... Привет, Алексей. Да, вот. На планшете, ну, я планшет на винде, я говорил уже не раз. Я решил поставить это Windows 10 на планшет. Вот. Короче, запускаю установщик. И он мне пишет там, где, типа, выбираешь, на какой раздел ставить. Да, пишет, типа, невозможно установить. Но я, короче, не читая причину этой ошибки, думал, что там места просто не хватает, да. Ну, типа, ну там же винда стоит, какая-то еще ерунда. Ну вот, ну, короче, взял, снес все разделы. Ну, типа, пофигу, все равно что ставить. Ну вот, там нет, как бы, все данные у меня в облаке, как бы, там нет никаких файлов, аштер. Ну вот, так снес все разделы. Все равно ошибка невозможно установить на этот диск. Посмотрел подробности ошибки, а там какая-то вообще странная ошибка, походу что-то там конфликтует с какими-то драйверами на чипсет, что ли, или что-то там в этом роде. Короче, нифига не ставится. Вот. Я думаю, ну ладно. Разделы-то я уже удалил, то есть винды уже там нет никакой. Ну пофигу, короче. Ну, на флешку закинул восьмерку обратно, 8.1. Но не тут-то было. Короче, у меня на планшете только один USB выход. Вот. И док-станция у меня не рабочая, так что у меня чисто планшет. Ну, то есть без клавиатуры физической. Чтобы запустить винду установщик, да, мне нужно флешку вставить в этот USB разъем. А сенсорный экран в установщике не работает. Не, какую пиратку? Все лицензионное. Ну вот, так сенсорный экран в установщике не работает, так что нужна клавиатура, либо мышка. Ну, клавиатура, допустим. Клавиатуру тоже надо в USB порт воткнуть. То есть в итоге тогда нужно вытащить флешку. Я это дело микрить уже научился, когда восстанавливал винду. То есть там, типа, запускаешь флешки, потом вытаскиваешь флешку на клавиатуре, жмешь далее, потом вставляешь флешку, он читает с нее и так далее. Но тут именно при восстановлении у меня так проканало, а при установке винды нифига. Короче, когда дошло дело до ввода ключа, ну, при установке, я его написал клавиатурой, жму кнопочку далее, и мне пишет, типа, невозможно проверить ключ, потому что, ну... Типа, проверьте носитель, ну, типа, ну, короче, ну, вы поняли, установщик не виден. И если я вставляю флешку, то надо нажать опять далее. Привет, Найтрики. Развитель USB именно поможет, и я его заказал. Но, ну, поеду я за ним в Москву только 3 числа. Так что у меня теперь планшет, короче, не рабочий, пока я его не привезу, этот развитель.
тупо безысходный. Не, конечно, там можно сделать какую-нибудь сборку винды, где будет ключ уже вшитый. Но, блин, столько заморочек, это пипец. Я лучше дождусь этого разветвителя. Вот, короче, смотрите, в принципе. Интересно, будет что-то видно? Ну, просто в BIOS входит и все. Один USB-порт не очень, да, ну, как бы, знаешь, в обычных условиях это не мешает. К тому же, так-то, блин, сейчас. То есть, вот, к нему док-станция есть, да, и в ней, с этой стороны, и с этой стороны USB-порты. Но она, блин, дохлая. Плюс она сама как клавиатура. Мне даже USB на них не нужны были, потому что она сама как клавиатура, да? А в USB я воткнул бы флешку. Но она, блин, дохлая. То есть она одну тупо вот уже. Раньше она хоть иногда включалась, сейчас я вчера мучился 2 часа с ней, там разбирал, что-то делал. Вообще, ну все, никакой реакции нету. Планшета целый поднос. Ну, 11,6 дюймов. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что на нем офигенно, например, киношки смотреть. Лежишь, и перед тобой чуть ли не как в кинотеатре. Огромный экран, который ты держишь в руках. И вообще, как бы удобно там в приложениях. То есть все большое такое, очень яркий экран, хороший. Но зато он весит почти килограмм. Ну и как бы, то есть вот, особо одной рукой им не попользуешься, то есть, например, там где-то в электричке там или в общественном транспорте стоишь, и как бы, ну, надо одной рукой держать, другой, ну, что-то делать на экране. А не как бывает там на телефоне, прям одной рукой все делаешь. Или даже на маленьком планшете тоже одной рукой, в принципе, можно. А тут как бы его за краешек-то больше минуты не продержишь, потому что он тяжелый. Но я, в принципе, привык, у меня больше плюсов я вижу, чем минусов в нем. У него минусы основные, это... Ну да, в карман даже в куртку не засунешь. Знаете, бывают в куртке такие как раз здоровые карманы, внутренние. Бывает, когда планшеты засовываю, даже 10-дюймовые вроде бы, но вот мой уже ни в какую куртку не влазит, даже в пуховик. Вот, но у него еще минусы, это его набор железа. Блин, оно кривое, офигеть просто. То есть вот я когда ставлю на него именно чистую винду, то есть, ну, если поставить именно самсунговскую винду, которая там, ну, по умолчанию, да, то, разумеется, все нормально. Потому что там уже все вшиты драйвера и так далее. А если поставить именно чистую винду, просто с образа, то, блин, офигеть, он не видит ни Wi-Fi, ни сенсорный экран, ни там Bluetooth, практически ничего. И в итоге, опять же, если учитывая, что там один USB-порт, да, то и сенсорный экран не работает, то в итоге приходится, как бы, ну, то есть, чтобы драйвера туда скинуть, да, по идее, ну, на флешку скинул и все. Вставляешь флешку, а как эти драйвера хотя бы скопировать на жесткий диск, ну, на диск планшета? Нужна клавиатура, для этого нужно вытащить флешку. И спасение только одно, то что драйвера на 3G модем, к счастью,
находится в самой винде. В итоге приходится вставлять сим-карту и качать хотя бы драйвер на Wi-Fi, либо на сенсорный экран. Да блин. Вот именно это мне не нравится, что железо какое-то все такое, блин, не очень. Поэтому я хочу следующий планшет, скорее всего, майкрософтовский. Потому что наверняка там все драйвера будут в винду, ну, из родной из винды подходить. Вообще, я же вначале себе хотел планшет на андроиде, да, а потом решил все-таки рискнуть и взять на винде, и, блин, вот полностью доволен за 2 года почти пользования. Я понял, что именно на винде нужен планшет, по крайней мере, мне. Правда, конечно, хотелось бы все-таки на Core i5 процессоре, но, блин, они стоят дорого. Пипец, очень дорого. Но это уже именно Core i5 хочется, то есть тут именно профессиональная прихоть из-за того, что там нормально можно будет опрограммировать, если что, ну, подключить клавиатуру и, пожалуйста, эмуляторы можно запускать, там, Windows Phone. Ну, короче, для разработки очень круто. Вместо ноутбука можно использовать. А когда не нужно разрабатывать, то отключаешь клавиатуру и нормальный офигенный планшет. Киношки там смотреть, ВКонтактике посидеть, что-то еще там, игры. Ну, там, в принципе, даже нормальные игры пойдут, типа Battlefield всяких там, больше, тем более. Да нифига в гибустие. Одинарный прыжок там не катит вообще. Ну, на моем планшете я на ЕЗ режиме проходил первый уровень. Но это не очень легко, потому что на самом уровне, ну так, просто не очень высокий FPS, да, но в принципе еще хоть как-то терпимо. А вот на боссе, на ките, это просто адски, там FPS падает до 14, там даже ниже. А когда она взрывается в конце, то там где-то 5 FPS. Как, что если ты смог, то и другие смогут. Не, ну то как бы просто вопрос, какой попытки, да, и насколько это будет рандомно. Смочь-то, может, и смогу, но надо, чтобы выбрать способ, который наиболее стабильный. Ну вот уже 51 смерть, я 52 смерти, я не могу пройти первую стадию.
Что это он делает? Да, вряд ли прям разговоры решали. Я же всегда с комментами стримлю. Да блин, ну платформа. Так уже не первый раз ты затравил нас. Что за лаг? Да блин, можно было там разнести. Привет, Интегра. Хорош. До пятой или шестой фазы? Я первую стадию проходил и не раз уже. Много раз, в принципе. Или ты между пятой и шестой фазой и второй стадии? Нет. Только до третьей фазы и второй стадии. Боялся опять платформы, и из-за этого второй прыжок сделал в воздухе. Так, Интегра, я это видел уже. Я видел уже эту вторую, первую фазу, вторую стадию, и вторую, и третью. А, или ты по поводу того, что типа, что там еще пятая, шестая есть? Как я, на мне... У меня с середины игры, где-то начиная с Соника примерно, уже начинали говорить то, что Soul Green это боль, Soul Green это, а ты там... не знаю, суицид сделаешь на Солгрине, там, типа, готовься морально, что только не говорили, так что я как бы реально уже готов, что там просто полная
Да. Да тут вон, видишь, практически артиллерийский обстрел. О, хорошо. Отлично. Вот это плохо. Давай чем-нибудь удачное. Ну не та. А, ну это еще нормально. Ну вот. Ну кому? Что за лаги, блин? А ты типа до этого не играл вообще? Ну блин. Да куда? А, ну нормально тогда в Египте. Я думаю, что я тоже не пройду с первого раза. Сейчас. Хотя я-то проходил. Хотя кто знает, может и пройду. Ну не знаю. Вряд ли. Все равно несколько заходов придется сделать. В 1-1, по-моему, была скрытая жизнь перед самым выходом, там, сверху. Я специально Костабрику не говорю об этом. Потому что это же Инферно зареквестил игру. Значит, если бы он захотел, он бы сказал. Он-то знает по-любому.
Что-то я, ну, все-таки опять редко дохожу до второй стадии. Так не должно быть. Что это было вообще? Да, я не помню там что-то в жизни. Или помню. Блин, что-то вот уже... Тоже давно очень играл. Не, ну Шиноби это не такая простая игра, как Соник, поэтому я Костабрику там фейспалмы ставлю только тогда, когда он реально именно глупо умирает. Или ну что-то тупит реально. А если он просто умирает, там не может пройти, то это нормально абсолютно в этой игре. Сейчас ты ЛГБСТ со скольки попыток убиваешь Солгрина полностью? Ну чё так близко? Ты задолбал. Да ну блин. А, то есть 50, 100, где-то так. Блин, того. Не, ну за сегодня должен быть хотя бы маленький, но прогресс. Это означает до четвертой фазы дожить, скорее всего. Ну хотя бы до третьей еще раз дожить. Это, конечно, будет не прогресс, но, блин. Хоть не регресс. Да что же, ну блин. Ну печалька. Thank you.
блин, зачем я прыгнул? Там, по-моему, и так бы выжил. А, заспамил до финал файта? Молодец. Блин, ну почему не? Я же жал второй прыжок. Да я жал его, отвечаю. Ну, почти было, почти прогресс, но, блин. Перестал бы он тут троллить, я бы, блин, чаще бы намного доходил. Ну, блин, ну это еще терпимо. Вот это уже хуже. Блин. Он разогревает меня. Не, ну реально, блин, тролль. Прямо за-за. Больше всего, конечно, разогревает именно когда умираешь на последней фазе первой стадии. Или на первой фазе второй стадии. Ну, как там я должен был? По идее, даже его близкие атаки, вот эти, где, ну, телепорты, можно микрить, если идеально помнить, в какую сторону от него летят они, то есть вот как они, да, вокруг него, и, то есть, мысленно представить траекторию и заранее прыгать, как бы, в окно, да, но, блин, это довольно сложно. Что-то у него не потратил вообще нифига. 24 оставил. Это он 3 волны точно выпустит, если я доживу.
Чё так близко-то? Ой, нафиг. Так ты же говорил, там урон не надо наносить. Давай в том же духе. Но это уже похуже, но терпимо. Так. Отлично. Ну я почаще стал доходить-то. Да ладно, ничего сложного прыгнуть, что ли? Ну что это сейчас было такое? Лол, там даже осталось что-то на экране. Ой-ой-ой. Да блин, ну... А, он бы меня все равно следующую бы атаку убил бы. Я бы не успел отойти. Просто захотел меня убить. Просто, чтобы без вариантов. Чё сейчас затупил? Привет, Джокин. Ну офигеть. Все, Джокин, когда будешь больше это продолжать?
Нифига себе. Первый раз такой близко атаки выжил. Через 4 месяца. Почему? Что-то я не понял, а как? Я неужели... Что-то я вообще не понял, как я умер, если честно. Стоп, а как я умер-то, блин? И она же не успела долететь, или меня глючит? А, прекрасные хитбоксы. Ну, блин, а я-то думаю... Блин, чуть не это. Вы поняли. Блин, ну что я так рискую-то, лол? Это вообще что было? Вот я и микропрыжочек. Слишком микро. Да блин. Хочу хотя бы до середины песни выжить. Что вообще-то было? This time, he thinks he's being...
Да что такое, блин? Да почему он не запрыгнул на эту платформу, блин? Лол, you died. Где там это? Это вот когда горит, надо чем-нибудь типа такого включать. Третья фаза. Но я, по крайней мере, дошел до нее. Я сказал, что это план минимум тогда на сегодня. Блин, а я там не успею наверх запрыгивать, по-моему. Фиг его знает.
Но песня-то помогла. Явно тащит. Да просто так стрелял, какая разница, мне это никак не отвлекло. Не, ну блин, офигеть. Не понял немного о чем ты, ну ладно. Ну, так и что, и я сейчас тоже от нее умер. Разумеется, а что такого здесь? А, что, когда в него стреляешь, там еще что-то вылетает? Лол. Ну, я думал, просто так вылетает, потому что это атака.
Да не буду я проверять на второй стадии ничего такого опасного. Что-то, по-моему, опять начинает прогресс ухудшаться. Наверное, уже устаю. Опять лаг был. Жалко, я не взял песню эту Трололо. Хотя я ее брал, но она почему-то не сохранилась. Так, блин, смерть Солгрина, возможно, сбросится. А, стоп, так мне там сохраняться нельзя будет? Не, нафиг тогда, я не смогу на рейпе до туда добежать. Точнее, может, и смогу, но это точно будет не по-быстрому. Это отдельный стрим, как минимум, для этого. Там же это после пружинок уже. Обоих причем. Обеих. Почему только на Солгрине запилили счетчик смертей именно на боссе? Мне кажется, было бы полезно и на других, особенно там на Сонике.
Видно, он думал то, что больше всего смертей будет на Солгрине. У меня 23 тысячи смертей, блин. Я еще приблизился на 1000 к Торнису. Ну, короче, к днищу все это. Не, ну у Торниса не самый плохой результат больше. Но показательный довольно, 29 тысяч. Не, не самый, там 39 тысяч есть. Возможно, когда-то был самый, но уже его обогнали. А Фабино, я думаю, еще обгонит. Даже тот самый нижний. Не в обиду ему, но просто, блин, реально. Не, вряд ли я дропну больше на Солгрине, мне кажется. Потому что пока я вообще не чувствую, что... Ну, такие ощущения, что типа хочется там бросить или что-то. Не, наоборот, интересно. Не знаю, но если только там слишком что-то замороченное будет дальше, что прям вообще будет выбешивать там с первой же секунды, то тогда еще может быть. Да, да, вряд ли Костабрик пройдет больше, я очень сомневаюсь. Даже если он не дропнет, он просто будет сидеть и сидеть и сидеть на Марио. Потом, если случайно пройдет Марио, то, блин, на Сонике просто вообще беда будет. Хотя, кто знает, да, в принципе. А вдруг там для него это покажется более простым. Потому что я посмотрел, иногда у него какие-то проявляются, как сказать, элементы стратегии, что-то он придумывает, вот там в Шиноби, там даже стратегию на боссе четвертом придумал, как сам прям, довольно быстро, которая не была не очень быстрая, но рабочая. Ну то есть в принципе, да, возможно, что что-нибудь повезет. К тому же у него именно проблема соблюдать все действия в одной и той же попытке. А в больше попытки у тебя бесконечность того же самого момента, ну, на Total Average. И в итоге как бы это проще. Не, ну мы Костабрику-то подсказываем все тактики в больше, потому что он даже с ними очень жутко грабит. Так что я думаю, на Сонике можно будет раскрыть сразу все тактики, самые имбовые. И все равно это не значит, что он его быстро убьет.
Вообще, вот хороший пример того, что в боссе спойлерить это не всегда очень эффективно, это то, что Тор смотрел кучу спидранов всяких по боссу, там, прохождений, там, в том числе там гитмановских и всяких. И что все равно же он на Соннике там кучу смертей попарного и так далее, на всех моментах там. Правда, Мегамена быстро убил, потому что все-таки да, там спойлеры помогли, по-моему, сильно. Да, на только фазе и на драконе, там, где стоять и так далее. Блин, ну я же видел, что он там, надо было идти куда-нибудь влево. Спайдермен с Бэтменом? Чё-то лол, я вообще не помню такого. Стоп. Прикол, я вообще не помню такого босса. Чё-то такое кажется, что чё-то знакомое. Но вот вообще не помню. Реально, очень давно Шиноби проходил. Хотя помню, что да, вроде что-то такое было, но вот представить, как это выглядит или какие там атаки, вообще не помню. Хотя вот до четвертого уровня я помню. Последнего помню босса. Еще там одного помню. Хорошо, что Шина без Солгрина нету. Блин, ну... А как там успеть? Да там нереально успеть. Стоп. Мне кажется, или там на нижней платформе можно стоять? А, нет, кажется. Всегда можно хакнуть Шиноби.
блин. Да почему задевает? У него же хитбокс такой же должен быть. По-моему, даже меньше тратит. Четыре, да даже меньше. А, вот с этим учетом, да, больше, кстати. Ну-ка, блин, интересно, заспамить можно? Сейчас все тупить перестану. Да что же я не перепрыгиваю эту фигню? Какой гостенкоп? Такой и что? Так блин, они же все равно маленькие. Да нет, ты что? Я же не могу, не прыгая, в него попадать. Причем тут это? Да, я его открывал, но... Ну, кстати, по-моему, импострата, да? По-другому пускать это, кстати. Блин, почти. Надо чуть еще левее остановиться изначально. Блин, ну почти. А, там они успевают отойти, что ли, никак? Не, блин, должен. А,
Тут нет, надо все-таки там стоять подальше слева. Не, не успевает никак там. Так я же и пытался, не получается. Только что не видел, что ли? Посмотри только что, что я делал. Ты видишь? Так не получается. Я потом налево не успеваю идти. Так звука лазера ждать это уже поздно. Да там никак, он достанет меня так и так. Чё, я 31 оставил? Я и больше так делал. Даже меньше. Да нифига там, блин. Два. И то, блин, не выжил. Да какой прыгать и стрелять? Прикалываешься? Зарю там еще и прыгать? Ага. Ну, вообще никакой разницы, я за босса тратил столько же.
Нужно где-то 18 оставить до этого прыжка дурацкого. Да сейчас сам дотрону. Блин, почти понял. Блин, туплю. Кто такой больше? Я не стал еще больше. Это не ник, это название стрима. Привет, Шерф Пауэр. Да какая разница, больше или не больше? Ну больше я просто не смогу затренить вот это все. И чё, какая разница? Зачем мне это делать, я не понимаю. Я ему урона-то больше не нанесу. Чё за бред какой-то вообще? Я не знаю смысл это Да почему так долго луч этот исчезает?
Да что же я делаю? Да блин, ну туплю. Хотя, по-моему, разницы в уроне вообще нет никакой. Да я пускаю. Ну блин, ну что за вопрос, я не понимаю. Блин, реально глупо. Неужели не видно, чем я занимаюсь? Не, ну просто честно, уже это немножко горит, поэтому так резко отвечаю, ну просто блин. Два, неплохо, кстати. Блин, да что же. А тогда я не смогу это. Да я влево не успею. И вообще что-то не очень понял, в чем здесь смысл. Да блин. Да там надо максимальный урон нанести, когда он стоит слева долго. Затупил вообще жестко.
Ну блин, 27 вообще никуда не годится. Ну блин, что так резко-то я вошел. Зачем я двойной прыжок там сделал? Да надо хоть раз выжить до конца, чтобы понять, сколько мне урона, ну, мало или много я вношу. Ну скажем так, насколько недостаточно или может быть все-таки хватает. Шестнадцать, но это явно было удачно. Убил бы по-любому, если бы выжил. Разумеется, газ передовой предназначен, чтобы помогать мне. Верный друг, больше. Да блин, ну что ты там второй прыжок делаешь? Ни хрена. Я и так оставлял. Я даже 9 оставлял со старой стратегией. Но это был просто не очень удачный забег. Две тысячи на Солгрине уже. Да блин, ну мне кажется, я все-таки не смогу. Блин, нифига так. Девять. Ну, 9 я и так оставлял.
Теперь я стал об этом думать, и все, и теперь проблемы, видишь? Это вообще беда. Я не могу думать обо всем одновременно, чтобы и с левого края стоять, и вправо пульки пустить. Чего? Как это я теряю урон, когда бегу и стреляю? Ну что за бред? Я бегу и стреляю, и получаю урон. Ну, в смысле, наношу урон. Иначе нет смысла слева бежать, если я не стреляю в этот момент. Так я бегу и стреляю, бегу и прыгаю, ты что, не замечал, что ли? Что-то я вообще не то стало делать. Нифига я задеваю от него. Да там пиксель, блин, был. Thank you.
Да я трачу столько же, сколько до этого. Какая разница? Эта тактика вообще не работает. Либо она настолько сложная, что в ней нет смысла. Сколько бы я раз дошел до второй стадии за эти смерти? То есть нет смысла тренить эту тактику, если я хочу побыстрее убить этого босса. Потому что быстрее выходит как раз таки медленным способом. Ну 22, это и что я с этими 22 бы тут делал? Там даже если один останется, мне уже все равно. Я не успеваю перед первым лазером прыгнуть, не успеваю перед третьим лазером прыгнуть. Перед вторым вообще речь не идет, походу. Да почему я не жду слева? Ну, пора ждать уже слева. Шестнадцать, и что мне с этими 16 делать? Я до этого делал только 2 прыжка и оставлял 9 на старой тактике. Восемнадцать, и что? Да как? Сколько надо оставить ему после этого порошочной фазы? Сколько надо оставить вот после вот этой фазы? Вот до того, как лазер первый появится. Где-то 17, что ли? Нет, какой 17? Ну 25 где-то, да? Ну чтобы хоть какие-то шансы были. Да не, какой 25? Это нереально 25 там оставить. А, вообще-то вот... Хотя после лазеров я 20 оставил, это вообще фигня.
блин, почему у меня третий лазер убивает? Что, так сложно встать слева, что ли? Я не понимаю. Двадцать четыре, и что, 24? Четырнадцать. Преттер килл. Семнадцать. Кстати, вот это было, в принципе, более-менее еще попытка, но все равно я бы не убил нифига. После лазера 6? Да нет, ну подожди, это не обязательно так мало. Я тебе говорил, сколько минимально надо. А ты мне говоришь какую-то уже фигню. 6, блин. Там, после лазеров, достаточно, чтобы осталось где-то 15, и уже по-любому убьем. 17, вот такое можно, в принципе. Ну, блин. В принципе, была неплохая попытка. Но 26 явно нет. Кстати, там прыгать можно, лол. Двадцать, ну, хотя бы можно было попробовать 20-то. Хотя бы рекорд поставить по урону. Шесть, рекорд. Опять шесть. Слабо что-то вообще спамилось, но рука не слышится. Или просто пульки не попадают. Ну, они пока летят, я ж не могу спамить. Thank you.
Да ладно, ты видишь, я бы все равно не убил, даже если бы сейчас выжил бы прыжки на зелени, то все равно бы у него 8 осталось, он же улетал, улетел уже. Что-то я в спам все не могу, по-моему. Не, на 26 это явно нет. И у него по-любому эти зеленые не исчезнут, да, когда он умрет? То есть мне так и так их надо выжить, вытащить. Опять 6. Походу это мой максимум. Да я использую Double Shift. Я использую Double Shift. Вообще не помогает. Здесь ничего не помогает. Че только 10, мне показалось, неплохо нанес. Да не могу в спам что-то вообще. Да что такое? Что-то он вообще халявит на урон, ну что за фигня, блин. Два? Это уже интересно. Только потом еще выжить надо. Я чувствую, я когда первый раз его убью, он, блин, гад, убьет меня своими зелеными стрелочками.
Ну это слабо. Сколько я в той попытке ему оставил после лазеров? Надо еще там прыгать нормально, научиться на этих зеленых. Блин, ну я не успел дойти до края. Ну вот что это за спам? Ну что это за спам? Блин. Да. Хотя я вроде не чувствую, чтобы он устал, но, блин, все холодно просто. Отопление еще не включили. Вроде сегодня должны были включить, но пока еще не включили. И, блин, реально холодно что-то в квартире. И даже багет не помогает. Надо руки погреть. Так а чё, ачивку спидран-то не дали? Или надо прям всего босса, в смысле, пройти быстро? А, тут нет ачивки? А, ясно. Пока я только увеличил страдания на первой стадии. Ну, по крайней мере, тут ничего не рандомно, вот на этом участке, поэтому... Ну, хотя, блин, рандомные мои движения. На стрелочках зеленых особенно. Много слишком оставляю. Надо, чтобы на стрелочках вообще минимум было движений уже. Да, тогда там можно будет вторую стадию получше, конечно, да. Но тогда у меня от первой будет гореть, понимаешь? Потому что тут, когда они, тут все быстро происходит. Чем быстрее смерть, тем больше горит. Потому что ты погибаешь, и погибаешь, и погибаешь, и погибаешь.
Блин, да я в этом прыжке вообще его не урон не наношу. Поторопился. Блин, зато мог выжить. Но почему я, ну я просто и так вот не успеваю, поэтому я когда зелененькую перепрыгиваю, блин, там не успеваю урон нанести, потому что, блин, ну иначе я вообще не успею перепрыгнуть. Привет, Гринти. Да чё 18 вообще, что это за дела, я не понимаю. Да 28, ну... Дня. Да хорош. Уйти. Блин, тушенка сраная, ну. Не, по-моему, хорош уже. Туркил уже минут 20 как. Да блин, чё ты не прыгаешь? Не могу я больше с этим сидеть. Слишком близко. Три. Но, блин, умер при этом.
блин. Кто же знал, что Солгрин такой сложный? Хотя, казалось бы, меня предупреждали 30 раз, блин. Тут предупреждений мало, тут надо, блин... Не знаю, что... Зачем я прыгнул туда, в лазер прям в этот... В луч. Классно, что ли, в луч прыгать? А это что сейчас было вообще лево? Ну, разумеется, не убью. 11, да это вообще удаляй. Может пойти доту удалить? Да я удалил уже. Да это много. 20 надо после лазеров оставлять. Хотя бы, хотя это и то много, но хотя бы для меня, чтобы хоть какую-то планку, чтобы держать. Ну 20 вот это вот еще сойдет. Ну и то 8, нет, это очень много. Хорош. Да я не могу в спам, короче, все. Да я везде урон пропускаю. Спамлю как валенок, блин. Хорош. Блин, ну 15, вообще мог бы убить легко. Что это такое?
Это был троллинг для эпилептиков, что ли? Нафига я сейчас, так классно сейчас сделал. Двадцать шесть, да куда столько? Это очень много. Почему ты попадаешь под эту тушенку, блин? Пять. Что это, блин, вообще? Два раза урон пропустить, это... Двадцать четыре, но это фигня, короче, по-моему. Это 36, это, по-моему, очень много после первой фазы. До 28 даже не буду пытаться. Шесть, да почему шесть? Да вот сейчас 20 оставил ты, ну. Ну вот 20 и чё? 9. Ноль. В смысле, наоборот, 50. Двадцать семь, блин. Двадцать пять. Четырнадцать.
Ну это хоть, блин, развеется. Да пошел ты. Все, короче, всем пока.